Стрелки, гранатометчики, экипажи танков. Сегодня это самые востребованные военные специальности для службы по контракту. Но даже если гражданин имеет сугубо гражданскую специальность и никогда не служил в рядах вооруженных сил, заявление у него примут. Сделать это можно тремя способами. Лично обратиться в пункт отбора в Самаре или комиссариат по месту жительства. Подать заявление через портал госуслуги, либо на официальном сайте Минобороны. Мы рассматриваем, во-первых, есть ли у него военно-учетная специальность, подбираем ему должность в соответствии с той военно-учетной специальностью, которую он приобрел в период прохождения военной службы. Если он ранее не служил, либо проходил службу, будем так говорить, в федеральных органах исполнительной власти, либо просто где-то работал в бюджетах, либо коммерческих организаций, мы подберем, согласно его полученному образованию и профилю, должности в рядах вооруженных сил. Для тех, кто находится в зоне СВО и их семей, разработаны меры поддержки как на федеральном, так и на региональном уровнях. В Самарской области по поручению губернатора Дмитрия Азарова создана единая цифровая платформа «Социальный паспорт семьи». Он включает в себя 18 мер поддержки, которые отражают практически все нужды родственников военнослужащих. Никаких здесь не будет, а вы обратитесь туда, обратитесь сюда или сходите еще куда-то. Эта ситуация исключена. Поэтому мы работаем в этом направлении, отшлифовываем все эти механизмы. Здесь очень важная задача, чтобы ребята, те, которые находятся там, чувствовали поддержку здесь, что семьи не брошены, что семьи под защитой государства. И все, в чем сегодня семья нуждается, и члены семьи, это будет исполнено. У них должна быть стопроцентная в этом уверенность. Так должно быть построено, и так построено сегодня на территории региона. Заключить контракт с Министерством обороны может любой гражданин России в возрасте от 18 до 65 лет. Если медкомиссия признает кандидата годным, вся процедура займет не более 3 дней. Многие идут защищать свою родину. Тот патриотизм, про который мы говорим, он присутствует и никуда он не делся. Мы все понимаем, что сейчас нам необходимо одержать победу в этой специальной военной операции. Ну и, конечно же, государство не оставляет без поддержки. Узнать подробнее о том, как заключить контракт и какие меры поддержки предлагает государство, можно на официальном сайте Министерства обороны или по телефону горячей линии 117. Светлана Тимофеева, Сергей Баскин. События.